Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.2 дизельный, 197 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, полный привод, машина 2013 года выпуска. Хардрон создан, чтобы соответствовать автомобилю высокого класса, обеспечивая бесшумную работу тормозной системы и чистоту колесных дисков. Лампа Ктино, новая Philips D3S 4800KX Extreme Vision плюс 50%. Цветовая температура 4800 Kelvin 3200 плюс-минус 450 люменов, до 50% больше света. Штатный ближний свет от ксенона на других лампах устраивает вполне. До 100 км в час или на сухой дороге потом корректор поднимает фары, чем больше скорость, тем больше поднимает. Впереди машины темновато, дальше нормально. Штатный свет от ПТФ полный гуамно. Купил по хорошей цене комплект ксенона с соколем H7U и лампами 4300 KMTF Light. Блоки тонкие, обманки встроенные. Освещает впереди машина метра на два, никто не мигает и все такое. Внутри каждого фонаря стоят красные светодиоды по типу SMD3528 в количестве 20 штук. В мини-аквариуме светилось 8 штук, 12 не светились совсем. Все, что не делается, все к тюнингу. В общем, были двухрежимные фонари, габарит стоп, а будут трехрежимные с добавлением функции ПТФ. Модули поворота были заменены на светодиодные платы.
Добавлены блоки в каждый фонарь для излучения света, габарит а-ля Audi Style. Решил последовать за модой. Зачем это нужно, я не знаю, наверное, красиво. We'll be right back.
заводской подсветкой в салоне, в багажнике аналогично. В светодиодах 1533L2 цвет белый 5000К. Размеры под резину 275, 45 20.